Добрый день! На обзоре томат, который называется «Идеальный гном». Или еще его называют «Гном совершенный». Кусты – это томаты серии «Гномы». Кусты у него штамбовые, высотой до 80 см в открытом грунте. Плоды – такие вот интересные красочки. Смотрите. Абрикосовые какие-то, медные, такие вот зеленое пятно здесь присутствует, и от проливных дождей они у нас треснули. Почему его назвали совершенный или идеальный гном, я не знаю. Он не идеальный, трескается. Ну а мякоть, конечно, красивая. Посредине оранжевое абрикосовое пятно, а здесь другие оттенки, биколорчик. Этот томат. Ну, мякоть, конечно. Да, красивая, тут не поспоришь, мякоть. Ближе подведу. Класс просто. Ну и плодики. Тоже симпатичные. Давайте посмотрим вес, а потом расскажу про вкус и про остальные некоторые нюансы. Плод 348 грамм. Этот 302 грамма, поменьше. Ну и кусочек 105 грамм. Там вот я протянул. По вкусу эти томаты. Необычный такой экзотический вкус помидора. Он очень такой, знаете, как фруктовый. Какая-то пряная нотка есть. Ну вот, неплохой. И в то же время сладкий, сахаристый томат. Мне он очень понравился. Ну, мне все томаты нравятся, но этот неплохой. Можно выращивать его. Я на следующий год, думаю, посадить его. Прикольненький сорт. Если вы хотите вырастить такой же томат, в описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, можно купить семена. Ну, а если вы выращивали его, в комментариях напишите, как он вам, как он в вашем регионе растет, как ведет себя. Ну, меня, как видите, жару он выдержит хорошо, а вот при избытке влаги он трескается. Поэтому не совсем он идеальный, но выращивать можно. Вкусный, красивый, для салата, удивить друзей можно. Поставьте лайк для этого видео, если не подписаны, подпишитесь на канал. Впереди, как видите, в ящиках стоят томаты, очень много обзоров будет. Оставайтесь на моем канале. Я показываю не только томаты, а и другие овощи. От капусты до кукурузы экзотической, черной, розовой. Всякое есть. И цветочки, и много всего другого есть на моем канале. Куча всяких обзоров. Оставайтесь, подпишитесь, поставьте, нажмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну, а там прощаюсь. До следующих обзоров.